Самая быстрая динамо-машина на суше — гепард. Охотятся гепарды с помощью зрения, а не нюха. Подобно человеческому носу, они засекают черные точки уголками каждого глаза. Возможно, для того, чтобы отсечь слепящий солнечный свет. Все в гепарде создано для погони. Он наращивает обороты за счет когтей, которые не втягиваются, и подушечек с дополнительным когтем-захватом. Гепард готовит свой коготь на расстоянии еще более 30 метров от своей цели, прежде чем бросить его в действие. Хищник развивает скорость более 100 км в час. Это максимальная скорость. Каждую секунду гепард совершает 3 прыжка вперед. И каждую минуту до 150 вдохов. Высокие ноги этого хищника настолько гибкие, что он может выбрасывать задние лапы далеко вперед. А на полной скорости бывают моменты, когда ноги гепарда почти не касаются земли.